Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Ивановской области подводит итоги. На большой конференции собрались участники организации, чтобы обсудить то, что сделано, наметить перспективы и переизбрать руководство, так как у действующего штаба ОНФ полномочия истекают. Результаты года впечатляют, но предстоит сделать еще больше. Заставили мы сделать те же ремонты необходимые, заставили пересмотреть подходы к программе благоустройства, то есть в том году попали многие дворовые территории благодаря народному фронту и в них признанные работы. Заставили мы подрядчиков перекладывать асфальт и переустанавливать детские игровые площадки. Работа в ОНФ ведется по 12 основным направлениям майских указов президента и качество дорожного покрытия в числе основных. Интерактивная карта убитых дорог доказала свою эффективность. Она помогает выявить все проблемные участки, а после выезда на место информацию переадресовывают властям. На сегодняшний день отмечено более 700 участков дорог. И хочу сказать, что по результатам работы Общероссийского народного фронта 60% из этих дорог уже отремонтировано. Людей зашло на сайт «Карту убитых дорог» более 13 тысяч человек. Сейчас, когда дороги освобождаются от снега, члены ОНФ выезжают к школам, проверяют наличие паспорта безопасности у каждого учреждения, а также смотрят, оборудованы ли пешеходные переходы должным образом. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.